Здравствуйте, меня зовут Наталья. Я проходила марафон депривации сна у Светланы. Ожиданий у меня каких-то, что нам выдадут инструкцию, конечно же, не было, так же, как и по еде. Ну, потому что давно слушаю Светлану и уже поняла, что это индивидуально все у каждого. И никаких инструкций не существует к этой жизни. Вот, сам марафон мне зашел, потому что я поняла, что для меня именно вот онлайн это прям вот, прям как крючочки зацепляются. Никогда запись, а именно вот онлайн, потому что были некоторые моменты, когда Светлана отвечала на мои вопросы, а меня прям вот, я как будто бы умом не понимала, а прям вот, в общем, ты как в космос улетаешь, это вот необъяснимое. Сейчас, конечно, у меня говно поднимается, я вообще не понимаю, что происходит, потому что именно как не спать, я туда шла не за этим, а за информацией, видимо, как на нас влияют во время сна, потому что я ни психически, ни физически не готова еще не спать. Вот. По техническим моментам мне понравилось, что Светлана убрала микрофончики, что никто не мог говорить. Я однажды проходила в записи марафон «Касание вечности», и что-то мне было так тяжело слушать всех подряд там, а тут вот хорошо, что так вот. В общем, а еще фишка в том, что я встречалась на живой встрече в Москве в июне со Светланой, и я тогда думала, что мне вот показалось, вот это вот, когда тебя цепляют, и как-то вот что-то происходит прям такое вот бомбическое с тобой вот в этот момент, когда ты видишь человека. Ты понимаешь, какой он волшебный. Благодаря всему опыту ее. Вообще хорошо, что она вот с нами делится. Мы хоть что-то понимаем, да? Те, кто вообще ничего не понимает, как я. И вот, что такие же фишки сделались и через онлайн-экран. Как будто бы вот она перед тобой сидит и к тебе обращается. Вот. Вот так вот. Огромные благодарности. И когда вот я в июне встречу с ней прошла, вернее, встретилась с ней, у меня встречу, да, бла-бла-бла, то только потом, через месяц, у меня такие были раскрывашки. И сейчас мне надо будет еще пересмотреть эфиры, потому что там вот, знаете как, ты начинаешь смотреть, вроде час всего он прошел, а у тебя как будто минутка, глазами как будто так хлопнул. И вот, и как будто не помнишь потом ничего. Ну вот информация интересная. В общем, еще раз пересмотрю, все пойму. Все, Светлане огромная благодарность.